Ну, я хотел бы поблагодарить и всех ребят, потому что мы проявили характер, забили в начале игры, но у нас, конечно, были там ошибки, недочеты, но мы в концовке прибавили и забили очень важный гол, который принес нам этот кубок, долгожданный кубок, которого мы все ждали. Не получилось, конечно, многое, да, в первую очередь, наверное, в связи с тем, что календарь у нас тяжелый, вот, поэтому футбол показать, к сожалению, не получилось. Но это финал, да, ребята приложили все усилия, да, чтобы вернуться с кубком домой, порадовать родителей и болельщиков. Поэтому, ну, в целом мы довольны. Ну, это, в принципе, кубок, где всегда цена ошибки значительно выше. Так что, в общем-то, обидно, конечно, за 15 секунд пускать второй решающий гол. Но, тем не менее, у нас были моменты, два выхода, один в один, нереализованные. В общем-то, и, в принципе, и первый гол мы сами себе сделали. Так что есть поводы разобраться, найти причины. Отталкивались от игры соперника, да, знали, что будут длинные передачи, да. Ну, одно дело знать, другое дело попытаться нейтрализовать это все. Ну, к сожалению, один момент немножко упустили, да, и во втором тайме пропустили гол. Ну, а в целом, в принципе, разобрались, да, с нападающими, с длинными передачами. Ну, и результат, как говорится, на табло. Прежде всего, за счет скоростного перехода в атаку. К сожалению, в первом тайме там 2-3 атаки у нас получались. Ну, а во втором тайме также выход один в один был на скоростном переходе. То есть быстро середины поля проходить, задействовать фланговых игроков. К сожалению, они сегодня не совсем были убедительны. Но, тем не менее, в общем-то, игра шла ничейному результату к дополнительному времени. Ну вот, угловое стандартное положение. И 15 секунд все решили. Должен выходить на игру с одинаковым настроем, независимо, финал это или игра в обычном чемпионате. На каждой игре свои эмоции, но нужно укладываться по полной, потому что результат каждого матча очень важен. Ничего страшного, здесь просто это урок на будущее, понимаете? Здесь, если так постоянно чисто психологически ломаться, то здесь, конечно, сложно будет в дальнейшем. Надо уже где-то мужской характер вырабатывать в этом плане. Так что я думал, что все будет нормально. Ну, мысли, конечно, такие присутствовали, что будет дополнительное время, но появился шанс, и мы его использовали.